Всем привет! Заехал я в Ульяновскую область поохотиться с братом. Брат со мной. Сейчас пойду грибочков, хочу рыжики посмотреть. Дожди были, в принципе. Рановато, конечно, даже егерь сказал, рано еще. Но, говорит, зайди, глянь. Я уже походил, полазил, тут в молодничке нету ничего. Поохотился с братом. Могу уверенно заявить то, что брат работает. Работает 100%, со стойкой. Стойка закреплена. Вышли в поле. Шикарное поле. И сразу же стоечка. И кто у нас? Карастель, конечно же, карастель. Первый карастель, второй карастель. Брат работал безупречно. Я немножечко нервишки. Надо было птицу отпускать, потом бить. Поэтому было много промахов. В принципе, мы с поля забрали две птицы, а выстрелов было, ну, значительно больше. Тем самым даже еще и лучше. Почему? Потому что я плоховал, но брату давал возможность найти повторно птицу и по ней стать. То есть сейчас я вам покажу кадры. Сегодня 8 сентября, у меня день рождения. И брат мне сделал такой чудесный подарок. Да, по дисциплине мы твердая троечка. Угнал то ли зайца, ну не козла это точно. Почему? Потому что, ну я знаю, как он работает по косуле. Он так вязко косулю не держит. Он метров, ну максимум, если уже планка упала, 200 пробежит. Это на сегодняшний день. И бросает ее. Это был либо лось, либо кабан, либо заяц. То есть то, что бегает медленней, чем косуля. Потому что очень вязко держал. Минут 20 в лесу я слышал гон от него. То есть, скорее всего, он зверя держал. Это был либо кабан, либо лось. Я больше к этому склоняюсь. Заяц вряд ли тоже бы ушел от него он. Не дозваться, не докричаться. Собаки минут 20 не было. Здесь есть волки. Здесь живет стая волков. Еще с того года осталось. Поэтому сильно запереживал. Но ничего, ругать я его сильно не стал. Дождался, он прибежал. Прибежал уже никакой. Естественно, какая тут охота, скорости нету. Но, тем не менее, все равно он мне сделал 3-4 стойки после этого. Просто скорость уже работы была не та. Скорость, конечно же, практически шаг был. Ну, собака ушаталась. Над этим работаю. То есть наказывать я его не стал, я просто проигнорировал. Я ему эмоционально высказал, что пропасть можешь. Блин, мы не у себя здесь дома. Здесь полный густой лес, еще плюс волки. Волк прекрасно может слышать, как собака работает, ну, как на его территории кто-то работает, кто-то гоняет зверя, и может прийти и наказать за это. Поэтому запереживал, и все. А так, смотрите, как собака работала. На этом все. Всем удачи и пока. Ждать. Все. Брат, внимание. Вперед ищи! Вперед! Ищем. Так, здесь коростель. Сейчас была стойка. Прям по нему четкая стоечка была. Брат, ко мне. Давай, ищи вот здесь вот. Подай! Искать! Подай! Дай мне, сказал! А мне, рядом. Сидеть. Хорошо, умничка моя. Вперед искать! Вперед! Куда ушел опять? А, хорошо, идет. Отлично, хорошо, брат. Отличная стойка, смотрите. Супер, молодец, брат. Вперед, дай. Вперед. Давай. Вперед. Давай, вперед, поднимай. Вперед.
Вперед, вперед, давай, 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 ищи, 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 уходит, уходит. Вперед, вперед, давай, 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 поднимай. Вперед, брат, вперед, ищи, ищи, ищи. Вперед. Давай, 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 давай. Хорошо, брат. Карастель стоял. Сейчас мы его. Хорошо, брат. Все, увидел я его. Молодец, молодец, брат. По коростелю стояли мы, да? Я мазила. Стоять, хорошо. Поднимай, вперед, 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 поднимай. Хорошо. Поднимай, 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 поднимай. Давай, 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 давай. Поднимай, поднимай, уходит он от тебя. Хорошо, давай. Вперед, 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 вперед. Теряешь. Ай, хорошо, молодец. Стоять! Стоять, сказал! Не буду стрелять. Стоять, я сказал! Вот так вот погнал чуть-чуть, ничего страшного, но остановился. Стоять! Ко мне! Сидеть! Молодец, хорошо, брат. Молодец, умничка. Что остановился, молодец. Вот так и будем сейчас тренироваться. Сейчас мы его возьмем, не переживай. Хорошо, молодец, умничка. Вот так и надо, брат. Хороший парень. Косулю гонял. Ой, брат, молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Умничка моя, молодец. Пошли искать, вперед. Сюда, 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 брат. Стоит. Прям четко на него вышел. Хорошо. Стоять. Отличная стойка, все. Хорошо. Подай! Дай мне! Дай, сказал! Дай мне! Дай! Дай мне! Подай! Хорошо, брат, подай! Брат! Ты умничка, ты молодец, подай! Брат! Брат, ко мне! Ко мне! Ко мне, я сказал! Ты что такое? Ну-ка, ко мне рядом! Рядом! Молодец, хорошо, умничка, брат, молодец, подай, 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 подай мне, дай, 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 брат, это что такое, ну-ка подай, вот с подачей трудновато, брат, подай, пошли ко мне, давай-ка, ну-ка, будем постепенно, значит, дай, дай, дай в руку, хорошо, дай в руку, хорошо, молодец, разорвала птицу, блин, вот такой вот карастель.